Зажигать детвору, увлекать детей играми, творчеством, честной дружбой и удивительными приключениями. Этому ребята учились у профессионалов почти 2 месяца. Благодаря проекту «Школа вожатых» значительная часть городских аниматоров прошла основательную подготовку, в том числе тренинги по психологии и конфликтологии. Много полезных навыков получила, не только по работе с детьми, но и общению с их родителями. Летом мы планируем провести такую анимацию на площадке, называется «Мир воображения» или «Площадка мира». Там мы собираем детей и хотим погрузить их по типу психологического моделирования. Мы хотим поместить детей в мир воображения тот, который они создадут сами, конечно же, с нашей помощью. Проекту «Площадки нашего двора» в этом году 10 лет. Все эти годы студенты проводили лето на детских площадках, примеряя на себя роль аниматоров. И это инициатива главы нашего города Анатолия Николаевича Пахомова, который в свое время нас всех этой идеей заразил, что надо делать в городе летом, остается много деток, которым, собственно, некуда деться, и вот их надо организовать. И мы с этим флагом вот уже 10-й год реализуем эту программу. Опция «Школа вожатых» – это новинка этого года. Каждый из участников «Школы вожатых» получил сертификат государственного образца об обучении в лидерской школе, а значит и возможность последующего официального трудоустройства. Ну а этим летом ребята будут работать на 146 площадках в 4 районах города. Они откроются уже в эту пятницу, в День защиты детей. Основная цель летней оздоровительной кампании – объединить весь двор и творчески подойти к организации досуга. Сделать это лето для ребят не похожим на предыдущее. Галина Моисеева, Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания «ВКТ».